праздничные дни по всей стране традиционно проходили народные гуляния. Массовое празднование Нового года и Рождества в Чебоксарах прошло без серьезных происшествий. По всему городу шли различные праздничные концерты, елки для детей и школьников, театрализованные представления, конкурсы, интеллектуальные и подвижные игры, спортивные состязания. Было много сюрпризов и подарков. Празднования проходили на Красной площади, в городских парках, во дворах. Главный зимний волшебник ждал ребят в резиденции Деда Мороза. Рядом каток и снежные горки. Здесь даже сегодня можно взять на прокат любой инвентарь для зимних забав. Лыжи, коньки, санки и получать удовольствие. Новый формат для новогоднего представления разработали во Дворце культуры тракторостроителей. Юные чебоксарцы и гости столицы окунулись в виртуальный мир. Вместе со сказочными персонажами ребята спасали планету от врагов. В программе были использованы едва ли не все возможности современного светового и звукового оборудования. Технологии не стоят на месте. Даже Новый год теперь стал в 3D. Дети, как завороженные, не могли оторвать взгляд от сцены, на которой юные артисты выступали в сопровождении компьютерных эффектов. Всего во время новогодних и рождественских праздников в Чебоксарах прошло почти 50 мероприятий, в которых приняли участие более 200 тысяч человек. По данным МВД по Чувашии, серьезных нарушений порядка зарегистрировано не было. В ночь 6 на 7 января спокойствие верующих на богослужении обеспечивали 120 сотрудников полиции. Впрочем, гуляния еще продолжаются. Впереди еще проводы Старого года и крещения.